Городской округ Люберцы уже в 10-й раз становится площадкой проведения крупного спортивного мероприятия. Во дворце спорта «Триумф» прошли всероссийские соревнования «Юные гимнастки физкультурно-спортивного общества профсоюзы». За выступлениями участниц и их награждением наблюдала наша съемочная группа. «423 гимнастки из 22 регионов приехали в Люберцы, чтобы побороться за путевку в первенство России. Юные спортсменки представили на суд зрителей и жюри индивидуальные и групповые упражнения. После того, как все участницы продемонстрировали свое мастерство, они вышли на торжественный парад, чтобы получить свои награды. Конечно, это праздник спорта. Люберцы – это территория спорта. Люберцы всегда были гостеприимным городом. В этом году нам исполнилось 400 лет, юбилей. Всем девочкам желаю быть самыми красивыми, самыми спортивными, добиться результатов, которые вы сами перед собой поставите. От городского округа Люберцы в этих соревнованиях приняли участие 33 спортсменки. Три девочки стали призерами. С победой, памятными подарками и возможностью выступить на первенстве России отсюда уехали гимнастки из Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода и многих других городов. Мне нравится тренироваться, под музыку вставать. И нравится наше групповое. Очень хорошо и заняли первое место. Я очень рада. У меня нет эмоций, буду плакать. Но мы первый раз в групповом, мы были в личной команде, теперь в групповом. Ну, мы счастливы, что первое место. Будем стараться дальше, лучше. Сильнее, быстрее. Первенство России по художественной гимнастике среди спортивных обществ пройдет в Москве с 25 сентября по 3 октября. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.